Ну как же хочется порой чужую даль окинуть взором. Сильней всего нас тянет в гору желание знать, что за горой. А вот и надпись на кресты осталась в стороне сторожка, и друг за дружкою хребты стоят разобранной матрешкой, и кот билайновский, заметь, мышей не ловит в телефоне, и домик наш не разглядеть, и суета, как на ладони. Не панорама, стук в висок заставит рот раскрыть пошире. Ну что, последний мат-бросок, и вот уже ты на вершине, и оголяются тылы, и ощущаешь с новой силой готовность спрыгнуть со скалы в полета в свежую могилу.